Посол США: мир в Украине избавит РФ от санкций. Решение украинского вопроса поможет нормализовать отношения с Москвой. США надеются, что вскоре найдется решение конфликта в Украине, после чего можно будет говорить о нормализации отношений с Москвой и о подвижках в вопросе снятия санкций. Об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман в интервью одному из российских телеканалов, передает Prime. Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европа из-за ситуации с Украиной, сказал Хантсман. По его словам, договоренности должны устроить обе стороны. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которую устроят обе стороны, мы получим позитивный результат. Но это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов, добавил американский дипломат. По его словам, Россия и США должны остаться за столом переговоров, в первую очередь, сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций, и продумать, что нужно сделать, чтобы их решить. Как сообщалось, ранее вступили в силу новые санкции США в отношении РФ. По материалам сайта newsgro.com.